Важное событие для православных верующих республики. В Никольском соборе города Черкесска появилась новая икона святого Стиляна Пафлагонского, которого считают покровителем детей. Образ был доставлен из Краснодара. Подробности у Али Баташева. Звон колоколов возвестил о радостном событии. В Никольский собор привезут икону преподобного Стиляна Пафлагонского. Сотни людей заполнили пространство храма и прилегающую территорию. Анастасия Васильева пришла помолиться за своего сына Николая. Для нас, как матерей, это очень важно, потому что он покровитель детей. И мы очень рады, что теперь мы будем возносить наши молитвы о наших детях, и маленьких, и больших. Потому что дети для матерей всегда остаются детьми, сколько бы лет, наверное, им ни было. Святой Стилиан родился в Малой Азии между 400 и 500 годами после Рождества Христова. Подвижник после совершеннолетия раздал свое имущество и стал монахом. По церковному преданию, еще при жизни по молитвам преподобного совершались чудеса. Выздоравливали больные дети, а многие бесплодные женщины становились многодетными мамами. В нашем соборе тоже много случаев, когда обращаются люди с реанимации, чтобы помолиться за ребенка, он родился недоношенным, или случаи, когда женщина долго родить не может. И мы теперь не только будем, конечно, Господу в первую очередь молиться, но и молиться Его служителю, который там у престола поможет, попросит Бога, чтобы у этого ребенка или у этой женщины, или у этой семьи было все хорошо. Икона преподобного Стиляна Пафлагонского была доставлена из Краснодара. Ее установили в Никольском соборе и освятили. Освящается образ сей благодати Пресвятаго Духа, окропление воды сей священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перед иконой был совершен молебен. Множество людей просили преподобного о здоровье и благополучии своих детей. Хотелось, чтобы в нашем городе и в нашем храме была эта икона. Сейчас в наше нелегкое время многие детки болеют, как у нас говорят, сейчас и больницы переполнены там. И хочется, чтобы люди приходили, люди молились. Имя Стилиан в переводе с греческого означает «столб» и происходит от глагола «стилона», что значит «укреплять», «поддерживать здоровье детей». На иконе святой изображается держащим в руках спеленутых младенцев. Его память церковь празднует 9 декабря. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.